Добрый вечер. Да, спасибо. Потому что мы здесь сегодня собрались для привет, с кем не виделась, для очень важного события. Привет, я рада. Спасибо, что вы все пришли. Это так приятно, чертовски приятно. Потому что мы знаем, что в шоу-бизнес друзья есть, да, это все приятные слухи, что шоу-бизнес это змеи целующиеся. На самом деле все гораздо лучше. И спасибо, что пришли. Я передаю микрофон не покупаю, виновница сегодняшнего праздника Марине. Спасибо большое. Добрый вечер. Да, огромное спасибо, что все пришли. Я очень всех ждала. Мне очень приятно. Я волнуюсь, конечно, потому что это моя первая выставка. Я впервые в этом амплуа сегодня себя ощущаю. Вот. Прекрасную, благоприятную атмосферу нам помогает создать замечательный человек Иван Мартин, диджей. На самом деле, я не знаю, я сильно очень поклоняюсь перед твоим творчеством. Вообще, Марина, она закрытый достаточно человек, очень редко открывается, как, не знаю, как бутон цветка. Но когда заглядываешь в этот бутон, то всегда видишь красоту. И сегодня мы все увидели эту красоту, которая тут в тебе находится. Разгадали твою такую тайну маленькую немножечко. Вот, и я надеюсь, что будут еще выставки. Честно, мне приятно, что вот здесь есть картина, которую Марина подарила мне. Да, здесь есть такая картина. Выставки обязательно будут, непременно, я в этом уверена. Сегодняшнюю выставку нам могли организовать очень. А я вот вижу, Марина, как родители, предлагаю поаплодировать за то, что воспитали такую дочь. Спасибо. Да, ты надо. Так вот, хотелось бы поблагодарить. Сегодняшнюю выставку. Это компания «Мое». Это журнал «Китая», радио «Африка». Спасибо большое, Владимир Санкт-Петербург. Да, Владимир Санкт-Петербург, огромное спасибо. Также хотелось бы поблагодарить шампанское «Пайпер Хайсик». На самом деле, проводите хорошее время, потому что нам здесь очень нравится и надеюсь, что это взаимно. Давайте веселиться, давайте посмотрим, обсудим картины. Надеюсь, вам они очень понравятся. Надеюсь, что мы все покинем эту выставку с положительными эмоциями, с хорошим ощущением. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Пришли тоже не пожалеете, потому что сегодня здесь столько камер, что можете наговориться вдоволь.